Президент в день учителя призывает педагогов заботиться о себе и друг о друге. Праздник учителей президент Латвии Эдгар Ринкевич желает педагогам силы на то, чтобы иногда сделать остановку и позаботиться о себе и друг о друге. Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня суббота, 5 октября 2024 года. Как информировало агентство «Лето», канцелярия президента Ринкевич подчеркивает, что нам нужен каждый педагог. Вы – создатели будущего Латвии, заявляет он. Ринкевич подчеркивает, что школьные годы мы вспоминаем всю жизнь, и что от учителей зависит, какими будут эти воспоминания. Учителя вдохновляют, подбадривают детей и молодежь, помогают им не растеряться в огромной реке информации, которая становится все глубже и стремительнее, говорит президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он желает, чтобы каждому педагогу удалось вдохновлять, создавать радость, познание, познавать и расти самому. Пусть удастся свои и ученические мечты, кажущиеся нереальными, сделать подлинными достижениями, подчеркивает Ринкевич. В этом году День учителя впервые отмечается 5 октября. Сегодня, повторяю, 5 октября, суббота 2024 года. И это предусмотрено продвигающимися президентом Эдгаром Ринкевичем поправки закону о праздничных, поминальных и отмечаемых днях, принятыми Сеймом этой весной 2024 года. До этого День учителя отмечался первое воскресенье октября. Вот такие вот поздравления. Повторяю, президент в День учителя призывает всех педагогов заботиться о себе и друг о друге. Поставьте лайк под видео, поделитесь в социальных сетях просто так с друзьями. Подпишитесь, кто не подписан на наш канал. Желаем всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Ну, раз уж такие поздравления, конечно же, раз уж день президент говорит переносится, всех учителей поздравляю с праздником. И отдельно учителей, конечно, пожелаем учителям здоровья, долгих лет жизни. Терпение. Терпение, не только терпение. Конечно же. Детей учить – это не пряники перебирать. Правильно, друзья? И не ягоды и грибы в лесу собирать. Наитяжелейшая профессия. Еще раз всем дай Бог здоровья вам, учителя. Учителя и все, кто связан именно со школой. Школьным работником. До свидания. До следующих видео. С праздником!